Медики Самарской области вышли с инициативой к полпреду президентов ПФО. Врачи хотят обязать молодых специалистов несколько лет отрабатывать в первичном звене на станции скорой помощи, в фельдшерско-акушерских пунктах или в сельских больницах. Об этом сообщили на совещании руководители медучреждений области и глав муниципальных районов. Несмотря на серьезную поддержку со стороны областных властей, целевой набор в профильном вузе и внушительные подъемные 1 000 000 рублей для сельских врачей, сами выпускники уезжать в глубинку не спешат. Положительная динамика за последние 3 года в регионе наметилась, однако по-прежнему сохраняется дисбаланс между городом и селом. Разница в 2 раза. Должны принять какие-то решения, чтобы обеспечить врачами вот это вот первичное звено. Может быть, какие-то поправки сделать, может, какие-то решения принять, которые бы не позволяли главным врачам брать студента, вот он закончил институт, и сразу брать его, допустим, в стационар. Он должен 3 года отработать. Не по распределению, а в первичном звене. С целью привлечения кадров сельского здравоохранения действует программа «Сельский доктор». И за 4 года ее реализации для работы на селе привлечено 394 молодых врача, которые получили по 1 000 000 рублей подъемных.